Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области хотят создать рабочую группу по регулированию работы такси. Об этом договорились 19 августа на заседании профильного комитета. Легальную перевозку пассажиров и багажа в регионе осуществляют почти 9 тысяч таксистов. По мнению парламентариев, работу водителей никто не контролирует, а количество ДТП с участием такси с каждым годом растет. Регулирование деятельности такси отсутствует и на федеральном уровне. Нижегородские парламентарии готовят обращение на имя председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина с просьбой скорейшего принятия профильного проекта федерального закона. Сегодня на этом рынке не очень благоприятная ситуация складывается, поэтому нам надо здесь навести в порядок. Мы сегодня видим отчасти, что появляется большое количество машин, которые не имеют признаков, не было, значит, такси, вот на личном примере в субботу дело испытал. Никто везет, никакие контактные телефоны. А самое главное еще вопрос, а куда потом поступают деньги от всех этих перевозок в части налогообложения. Первое, что мы сделали, создаем рабочую группу. И Б, второе, это обращение в Государственную Думу. У них сегодня проект изменений федерального закона, значит, разработан, какие внести изменения, в том числе получены заинтересованных органов Нижегородской области замечания. Поэтому хотелось бы, чтобы вот в сессию осеннюю в этом году этот закон, значит, прошел, и мы могли бы его использовать в нашей работе по упорядочению работы на такси.